Гигантских моллюсков заметили красноярцы на берегу Енисея. В районе Абаканской протоки их находили и раньше. А с тех пор, как рядом появилось рыбное хозяйство, все чаще начали встречаться вот такие большие экземпляры. Ученые говорят, моллюски были в Енисее всегда. Именно в протоке для них сложились самые благоприятные условия, прежде всего из-за медленного течения. А вот почему их стало больше, вариантов несколько. Например, колебания уровня воды.